Наш выпуск подходит к завершению. Смотрите нас на сайте телеканала и в социальных сетях. Ну а сейчас о погоде. Подарит ли она нам зимнюю сказку на Рождество? Спросим Катерина Алексеевич. Добрый вечер, Катерина. Добрый вечер. Декабрь в этом году совсем не зимний, но у него еще есть время исправиться. Правда, завтра сохранится теплая погода, но уже к концу недели ждем похолодания. Погодой в нашей стране продолжают управлять атмосферные фронты Западной Европы и теплая воздушная масса, поступающая с юго-запада. Поэтому завтра будет тепло и сыро. В среду будет облачно и пасмурно. В центральных и северо-западных регионах пройдут сильные дожди. Влажность воздуха более 90%, а значит, ситуацию на дорогах осложнит туман. Видимость на некоторых участках не больше 100 метров. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, а днем будет слабо расти. Температура воздуха утром от 3 градусов тепла на юго-западе и до 5 на северо-востоке. Правда, из-за повышенной влажности и ветра по ощущениям будет на несколько градусов прохладнее. К середине дня воздух прогреется в Брестском регионе до плюс 5, в столице на градус теплее, а по северо-востоку около 4. К вечеру температура существенно не изменится, а вот с четверга начнут поступать более прохладные воздушные массы северо-запада Европы. Столбик термометра заметно опустится, в пятницу уже около нуля, а выходные подморозит, а значит будет скользко. Зато выпадет долгожданный снег, правда, по востоку с дождем.